Антология поэзии закрытых городов – это сборник стихотворных произведений лучших представителей литературного мира ЗАТО. Главная цель его создателей – поиск новых талантливых авторов и развитие дружеских связей между закрытыми городами. Первое издание было приурочено к празднованию 200-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня мы вернулись к этой теме, а мы – это города закрытые, потому что антология так и называется – антология поэзии закрытых городов. И формируем сейчас третий сборник. Первая книга антологии увидела свет в далеком 1999 году. Саров тогда представляли 34 автора. Среди них известные в литературных кругах Любовь Ковшова, Павел Тужилкин, Гелий Александрович, Галина Беднова и другие. Второй выпуск вышел спустя 12 лет. Следующий сборник уже вышел с более молодыми авторами. Ну, а я надеюсь, что третья антология поэзии закрытых городов выйдет еще с новыми именами, которых мы хорошо знаем с вами в городе, но о которых еще не знают наши друзья из закрытых городов. Первые два тома хранятся в библиотеке имени Маяковского. Познакомиться с ними могут все почитатели поэзии. Есть очень глубокие произведения, есть очень интересные произведения. Каждый найдет для себя что-то свое, что-то для себя откроет. Или автора, или какую-то мысль. Поэтому надо читать. Заявки на публикацию стихов саровских поэтов в третьем выпуске антологии принимают с 1 марта до 1 апреля. Всего можно представить до 4 произведений. Лучшие работы отправят издателю в Снежинск. Планируется, что третья книга антологии поэзии закрытых городов появится в конце этого года. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.